Так, все, я запустил. Сейчас. Угу. Ти пишет, папич стримит. Ты про меня или он реально стримит? Чё стримит? Ой, да у него на ютубе, по-моему, дела вообще отличные. Да, я уверен, у него дела отлично. Но я рад за него. Что-то 1080 было на портале, я смотрел. Он буквально человек дождя. Самый лучший, самый интересный человек в мире. Да, 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 папич это, конечно. Ну, кроме того, что 14-летний ебал. Ну, так. А, ну вон, да, стримит 8000 зрителей. Ты говорит, то лучше ты или в попич? Ты это мне скажи, блять, а не спрашивай. Это ты мне скажи, а не спрашивай. Блять. Ну там на ютубе чат, конечно, прекрасный. Смотри, что ему. Че нам? Это спамят там на ютубе? Пацаны, секунду вам покажу. Блять. Все, больше не показываю. Ой. Ой, ребят. Давайте подождем пару минут. Все соберутся, все подойдут. Ссылку на трек просят. Ссылку на трек. Давайте его по второму кругу запущу. Мне он так нравится. Поехали. Привет, ребят. Привет, Иришида. Здравствуйте. Привет, Влад, привет. Привет, Смайл Пет, привет. Привет, Хирин. Трек я скинул вон выше в чате. Ищите. Где Данчик? Спит дома? Я стал фулл-тайм стримером. Ну, кстати, ебать, так-то если этот месяц посмотреть, реально получается? Этот месяц был не самый плохой. Да, да. Сейчас посмотрим. Ровненько, плавненько. Ровненько, с 10 февраля, 13, 15. Ну, потом чуть-чуть у меня это самое было. Нет, нормально. 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 Алерты, блядь, я вот думаю, может быть, прямо сейчас во время стрима попросить у тебя настраивать со мной алерты. А, погоди, бля, надо же еще в паблик ебануть. Давай, давай. Не, вообще там это быстро делается. Это хорошо. Я на то и рассчитываю. Хуя там, в Телеграме есть канал для того, чтобы оповещения были о твоих стримах. Вот это программисты, конечно, вот это вы даете. Я тебе сейчас такую хуйню покажу. Ты сбредишь нахуй. Ну. Да сейчас. Так, это офним. Это офник. А шестого, да, финал? Я смотрю, тут Юлик пишет. Че за финал? А, там еще финал будет? Ну, вроде как. Вроде как. Это он интересно. Что-то спрашивает, когда ему 6 числа приходить. Это интересно. Финалы люблю. Бля, ребят, я не знаю. Я музыку по кругу уже задрочил. Там мне, по-моему, скидывали. Но я сейчас не буду проверять. О, хочу, короче, вот этот трек, который вчера нашли. Плейвэй, хуа ам. У АМ, хуа АМ. Сейчас его чуть-чуть послушаем. Пока собираемся, пока активизируемся. Обратно на чат.
Ой, ну привет, ребят, давайте что ли пообщаемся слегка, решим, что будем делать. У меня ноль идей, хочу вас поздравить. Так, ага, Максим, Золдан пишет. Максим, здорово, это пиздец. Я не успеваю записи старых стримов смотреть, а ты уже новый запустил. Молодчина так держать. Надеюсь, не исчезнешь после на полгода после такого выхлопа. Та не, куда я денусь, блядь. Реши, да, сколько стримов осталось? Вот сколько сегодня осталось стримлю, столько и осталось. Че говоришь? Кстати, да, ты, ебать, весь день сегодня обещал стримить, да? Ну, я вот начал. Краус Лукер говорит, Макс, у тебя есть любимая порнозвезда? Или топ там, нихуя целый топ? Любимая? Ну как это? Любимая у меня это... Блядь. Любимая моя порнозвезда? Вера Брежнева. Да, блядь, не могу вспомнить, как зовут эту, которая говно съела. Таких много. Мия Халифа. Это мой любимый видос, где она говно съела. Ой, вообще я помню, у тебя же этот вопрос спрашивали, ты говорил, отвратительно вообще знать этих порнозвезд в лицо, если вы знаете хоть одну женщину в лицо и знаете ее имя, вы вообще должны себя стыдиться. Да, да. Нет, я так не говорил, ты что? Да было. Да не мог я так ляпнуть. Да, именно от слова. Нет, я говорю, что у меня это вызывает отторжение, но я никому не могу уж приказывать. Любите порнозвезд, любите их, только денег им не давайте. А то они подумают, что они важные. Угу, говорит, Макс Юта, родной, здравствуй. Ты с ума сошел так часто стримить, у меня аж давление поднялось. Да, что ты, это разве часто? Часто это каждый день. О, что это? Чуть-чуть настроение повысится. Сейчас потанцую. Так-то лучше. Ля-ля-ля. Так, этот психонавтов приветствует. Последние два стрима. И увидимся через 4 недели. Да нет, ну что ты начинаешь? Нет, конечно. Угу. Еще ты не сказал, что я молодец. Скажи позже. Ты молодец, братан. Но перестань мне, пожалуйста, это писать. Мне страшно это читать. Здоров, у меня вопрос по поводу записи стримов. Возможно ли выкладывать их на ресурсы с выбором качества, а не в дроченную телегу? У меня говно и нет, так они есть и на Ютубе, они есть и ВКонтакте, я не знаю, брат. Не, ну те, которые цифры выкладывают, да, они их в телегу выкладывают, но других ресурсов просто тупо нету, потому что везде банят за авторские права. А, ребят, авторские права, извиняюсь. А что, и ВКонтакте тоже? ВКонтакте тоже, да. Банят. Представляю, если бы ты был жадным фраером и каждый день стримил на Твиче еще по ролику в неделю, ты бы уже все деньги планеты заработал. Эх, да не, Влад, на самом деле там, ну да, вообще бы заработал. Конечно, я сначала хотел сказать, что не, нихуя, откуда там столько денег, а потом вспомнил, что за тачка у Влада бумаги. Ламба. Ламбоза. Да, тогда бы, да, заработал все в мире, жил бы сейчас припеваючи. Но знаешь, кто работал и потел? Нихуя, бля, через силу нихуя не сделаю. Вот если мне посадят на один стул через силу, а на другой стул мать и дадут в руки пистолет, ну вы знаете, что дальше. Я в мать всю обойму разрежу, еще прикладом в ебу подбегу. Через силу делать ничего не буду. Я не супер КСС, но мне нравится. Нога хорошо, нога проходит. Работает труд. Нахуй идут. Все верно, пацаны, вы все знаете, кого я учу, вы все сами знаете. Говорит, извинись, позвони ей. Ребят, сейчас не время. Спонсором стоит. Спонсор там это кнопочка есть. Подписаться. Да, пацаны, есть, тут есть подписка, вы можете подписаться. Ой, так. Алёха, ну, правда, нет. Пацаны, знаете, что вам хочу показать? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Знаете, что вам хочу показать? Пиздец, сегодня с племянницей смотрели, короче, ютубчик. Сейчас я вам покажу. Она получила травму, нахуй, на жизнь. Сейчас я вам покажу все. Так, вы уже все здесь, могу показывать? Ой, чекайте. Короче говоря, сидим, смотрим ютуб. Вот это вот видео. 10 необычных домашних животных. А, сейчас тебе расшарю. Ребят, я... У нее ебло страшно. Ой, ничего не говори. Сейчас, погоди. Ребят, я не громкий, мне себя потише сделать. Угу. Так, показываю.
Так, отлично. Короче, сидим с племянницей, смотрим видосы. Прикольные. Про птиц, про хуйню, там все такое, там какие они умные, какие они красивые, здоровские. И, короче, вот доходим, блядь, вот 10 необычных домашних животных, доходим до лемура. Пизда. Посмотрите, короче, что они начинают показывать. Сейчас где-то сейчас тут где-то начнется. Бля, мало. Я тоже зазевал это. Да. Малая, смотри, блядь. Мы смотрим с малой. Она на моменте, короче, вжалась в диван, отвернулась и начала визжать, просто кричать. Выруби, 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 выруби. Вот так вот, смотри, смотри. Странно, что в мире современном... Самое смешное, что ей было пиздец как страшно, но мне еще хуже. Я в параличе сидел, не мог понять. На меня сразу невроз накатил, смотри. Людям нравится очень медленно. Сейчас животное. Будет такой лемур. Ты охуеешь. Полностью соответствует своему названию. Ленивец, что я несу, ёб твою, блядь. Ленивец, не лемур. Часов вот я думал, это странно. Равно, чекай нахуй эту тварь! Я она знаю. Что это ж хуйня а живая? Везде а почему он черными зубами улыбается, брат? Бля. А почему? Выруби! Выруби, выруби, выруби! На него маску надели. Значит, а почему он как будто бы в шубе искусственной? А почему он как из ужасов, блядь? Воскресший как будто. Воскресший из мертвых, блядь. Это, короче, ангел смерти ленивцев. Я не могу. Мы прикинь, а он улыбается в камеру. Я включаю, малая смотрит, видит эту хуйню и просто пытается в щель между диваном залезть и там остаться. Мне так хуёво стало. Посмотрите, давайте еще раз посмотрим. Которая спит до 20 часов в день. Он как не настоящий. Достаточно сложно. Булшит, докшит. Не всегда получится инсейн. В супермаркете через дорогу. Овощи, которые... Хуйня собачья, пацаны. Он то милый пиздец, то страшный пиздец, я не понимаю. Непонятно. Он похож на ту хуйню, типа, знаешь, какое-то арабское видео, где женщина в зоопарке, женщина-животное в зоопарке, вот эта вот хуйня, понял? Которая с волками выросла? Не-не-не-не-не, которая лежит и головой двигает, а все остальное тело — это шуба из соболей. Ну да, нормально. Да, да. Говорит, да это кукла, ты угораешь? Пацаны, это реально кукла? Бля, я надеюсь, это кукла. Говорит, это кукла без кипиша. Бля, я так надеюсь, может, это может, просто хуёвая кукла. Ну не может, чучело. Хуёвое чучело. Перевернутый ленивец. Все, ладно, будем считать, что это женщина-лиса. Влад все знает, блядь. Влад самый умный парень в этом мире, блядь. Влад, точно, женщина-лиса это называлось. Сломанный телефон, Destiny, Sea of Thieves. Залетишь к нам? Тимур, залетишь к нам? Не, только не море воров. Destiny. Я люблю Destiny. Я люблю Destiny. Я люблю стрелять с лука. Сломанный телефон нет. Меня столько человек просит заранее, чуть ли не за неделю, предупредить, когда это будет сломанный телефон, как будто бы это не на 15 минут, блядь, все это делается. Это прям, ну, это как будто мы сломанный судят. Телефон, что у всех людей сломанный телефон или какой-то особенный? Это тот, где нужно рисовать. И все просят меня, ты предупреди за неделю, за две, блядь, потому что мне нужно распределить. Как будто бы там такое событие дикое. Так это 15 минут поиграем, офнем там. Кто залетит, то залетит. Так без комментариев пикчу открыл просто. Да, все нормально. Так, сейчас Тимура надо добавить. Я могу добавить. Давай. Значит так. Что там, говорит, Макс, зацени пончиков, которые электроника башня, всякая самодельная хуйня, интересно звучит. Ну-ка давай сюда и пончика. Миша и пончик. Такс. Документалку про ленивцев. Здорово. Так. Аниме. Ну, короче, сейчас будем голосовать. Я не знаю, найду ли я сейчас себе время, чтобы Колю заставить объяснить мне, как сделать алерты. Угу. А что, это прям долго будет по времени? Нет, наверное, минут 10 минут. Я просто сам их настраивал миллион лет назад, поэтому... Ну, насколько я помню, там легко. 10 минут, да. Я все еще не понимаю, почему ты упорно просишь Колю, но не просишь Диму. Я не знаю, мне это в башку впилось почему-то. Я думаю, что он все начнет такой на украинском типа объяснять. Нет, просто мы когда разговаривали с типом, который алерт сделал, он сказал, что если что, спроси у Коли, он уже сделал. И у меня как бы эта фраза, все, я такой, я все, что он мне говорил до этого, я сразу забыл нахуй, подумал, да, yes, спрошу у Коли, он все сделает.
Да как легко дают тебе установки. Стрим через день. Слушай, наименьшее сопротивление. Не-не-не-не, так это не работает. Тут сопротивления много. Но Дима говорил, кстати, что он тоже не сразу разобрался. Сколько уже напрыгал в Dark Jump. Братан, у меня там, короче, атака не работает. Прикинь, на телефоне. У меня не работает кнопка атаки на Dark Jump. Почему-то. Jumba. Пацифист режим тоже проходится. Кино, ты сказал, что ты будет... Да, да, очень даже неплохо. Как тебе такое собака? Ну-ка, сейчас, секундочку, как мне такое собака? Лоли, у тебя что там, творческий говорят, прорыв? Кто тихий? Я. Ты? Сейчас сделаем громче. Ты? А может, я? Нет, Вася, это не ты рисовал, я понимаю. Что это ты мне скинула? Ебучая голова, где вы это берете? Следи, чем мне скидывают. Не сказать, что мне прям сильно не нравится. Не сказать, что прям очень нравится. Так, 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 ладно, спасибо, спасибо за скриншот. Так, говорит, ну хороший же. А где, где? Пацаны, вы точно хотите? Пацаны, оно вам надо, вы потом это не забудете. Вы не забудете это. А я вас еще предупреждаю, это догшит и булшит. Так, ну давай покажу. Булшит, догшит, да как я говорил, так и получилось. Слушай, не хочу. Я вам хоть показывал это, да, показывал. Ой, ле, нахуя, тебе пишет. Yes, yes, god damn. Так, 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 сейчас чуть-чуть громче сделаю тогда, если плохо слышно. Так, вот так вот, допустим, вот так вот, ну и тут хорошо все. Так, ты говоришь, ты все, тю. Слушай, нет, не все. Так, а вот так, оп. О, блядь, это что такое? Я сижу, блядь, ссылки свои перебираю, думаю, что нахуй происходит. Он у меня еще в таком странном виде, подожди, получится ли показать полностью. Где? А, блин, ну короче, у меня второй экран перевернут, и он у меня вытянут, этот тип был, блядь, на весь экран. Я думал, что, блядь, тут творится. А что, слышишь? Перевернут. А что он? А перевернут, да. А что он? А, что, я подумал, вверх ногами, думаю, нахуй ты это сделал. Не, боком. Я только не пойму, а он так типа постоянно стримит, смотри, вещает, что-то сидит, причем. Я буду виноват в чем-то, да? Он так да. Я заходил к ним на стрим, он очень-очень прям орет, прям, ну, очень прям, не то, что там, как я ору, типа, ха-ха-ха, а орет прям, как будто обвиняет тебя действительно в чем-то очень странно, типа. То есть, но он ютубер, же, это у ютубера уже в крови, по-моему. У ютубера в крови, то есть, да, что-то втирать именно с силой, с напором, это такое у них есть. А, блин, интересно, просто я его уважаю в этом плане, раз он без каких-либо там, я вижу, что у него в экране ни игры, ни видео, ничего. Он просто сидит и нашел на шо пиздеть. Это хорошо. Мне бы так. Да, так. В этом плане профессионал. Конечно. Профессионал. Ой, ебать, пацаны, там такие онлайны у пацанов. Вы видели, блядь, что сейчас на ВАЗДе происходит? Сейчас на ВАЗДе суммарно, сейчас я вам скажу, 6,5 тысяч зрителей сейчас на ВАЗДе суммарно. Вы представляете? Поднимаемся, поднимаемся. Это все. Твич сосать. Это новое начало. Твич, вонючая, блядь, прогнившая эта платформа ни о чем, ни о ком, вообще не нужная никому нахуй. Совсем. Я сегодня заходил, видел у бустера 20к, ну почти. Ты, блядь. Ну, блядь, ну что ты? Чел. Ну, причем? Ты 20 тысяч детей малолетних сравниваешь с 6 тысячами высокоинтеллектуальных профессоров. 40-летних мужчин. Братан, 20 тысяч малолетних бущенных детей, или как их там назвать, это, блядь, не стоит и одного смайлкэта, нахуй. Так, как тебе? Конечно. Как тебе? Мы сегодня со смайлкэтом такое вообще, такой разъем. Нет. Абсолютно поехавшая платформа Twitch. Я не знаю, кто у нее в управлении. Абсолютно ебнутый тип. Они как будто бы до сих пор всех разыгрывают. Невозможно. Они вроде ебанулись, говорят, насколько я понял, после того, как их Amazon купил. Да. Я читал историю про то, что там у них типы, которые работают, говном мазали стены за то, что им запрещали что-то делать. Они их не увольняли при этом, да? Да. Прикольно. Хотел бы я в такой компании. Это ужас. Надеюсь, у вас да будет взрыв, прорыв, пробой. Ой, я надеюсь. Ой, я надеюсь. И все мы заживем, как люди, наконец-таки. Все мы будем. А знаете самое, что будет приятно? Что мы отцы-основатели с вами. Это приятно. Нас не забудут.
Нас не выбросят мы никуда. Мы будем как этот... Чел, который Twitch основал, который вот этот... Августин, блядь. Августин? Милый мой Августин? Да-да-да. Ну, я понимаю. Да? Да-да-да-да-да, я Хокаге Вазда, по сути. Бессменный, которого резнули. С другой деревни пришел. Кстати, а Хокаге можно стать, если ты из другой деревни? Ну, хороший вопрос, кстати. Хороший вопрос, пацаны. Как вам такой вопрос? Охуенно. А хочешь посмотреть дипфейк, который я делал? Да. Ой, блин, я сегодня смотрел дипфейк на Тома Круза в этом фазе. Вообще супер, вообще супер. Короче, суть в том, что там этот дипфейк, я читал про него, там актер почти полностью похож, как бы. А, ну тогда понимаю. Ну, потому оно так и выглядело почти реально. Так, сейчас, секунду. Это реально опасно. Нахрен мне это нужно? Все-таки это кукла, да? Все-таки это кукла. Но все равно содержать его достаточно сложно. Ленивцы едят овощи, которые не всегда... Это так, кукла, же, братан, это кукла. Это ебнутый тип с куклой, не хочу знать. Да. Расшаришь еще раз экран, то... Так, сейчас, окей. Так, поехали. Люблю этот видос, давайте посмотрим. Минута 40. Слушай, это вообще, по-моему, из фильма «Пила». Из фильма «Пила». Тихо, подожди, я видео снимаю, ты литературно выражайся. Не жесть, а это... Пила 6. А откуда это? Я миллион раз этот ролик видел, как будто это из какого-то ролика Варламова. Не знаю, не знаю. По-моему, да. Варламов тоже был вот про как раз эту площадку. Ничего себе. Мне просто нравится, что этот ролик минуту 40. Серёга! Верни меня! Я сейчас сломаюсь! Серёга! Пожалуйста! Черт, я штанами зацепился. Не, ну... Что, блядь, за Mad Max качели, блядь? Именно тема. Чернобыль 20 лет. Слушай, Сэм, смотри, как бы это... Может, опасно для здоровья. Во-во-во. Перевернется здесь? Да. Это реально опасно. Это реально опасно. Аккуратнее, подожди, ты мимо ставишь. Слушай, я не знаю. Серёг, тормози меня. Да выёбывал. Да. Я не могу. Это реально опасно, или тормози меня быстрее. Он еще полушепотом. Серег, тормози меня. Ты знаешь, когда говорят так, ты понимаешь, что тип не угорает. То, что типа надо тормозить, тормозить срочно. А мне даже не паника, у него вот это, он пытается силы оставшиеся. Да, в голос, в легкие надавить последнюю энергию. Мог посидеть, потому что вся энергия вообще уходит, вообще вся. Да, это неплохо. Так, что мы там хотели смотреть дальше? Дайте посмотрю, что там у нас было. Так, опять это пик сейчас с собакой, да что ж за хрень? Не. Это дипфейк. А, дипфейк, ну конечно. А еще с Томом Крузом хочу посмотреть сейчас. Сегодня в очередной раз столкнулся с такой проблемой, допустим, когда... Да ну нахуй! Узкий тротуар, узкий... Что, блядь, дипфейк, сколько он... Похож на красавчика Джека из Borderlands. Ладно, окей, он похож... А, кстати, да, это на Кадырова вообще наложили сверху. Дипфейк сколько стоил? 15 рублей? Ну, я столкнулся с такой проблемой, допустим, когда ты идешь, узкий тротуар, узкий, вот, ну, ты идешь один, ну, или двое, неважно, и навстречу идут девочки. Пацаны такого не делают, они замечают, именно девочки идут. И ты, естественно, корпус, короче, вот так меняешь, чтобы дать больше пространства им, чтобы они, вы, девочки, прошли мимо и не соприкасаясь никак. А они этого не делают, нагляк, еще понял, даже сантиметр влево-право не дадут жесть. Трудно корпусу так поменять, что ли, чуть отодвинуться, может, я не хочу с тобой соприкасаться. Есть вот девочки, которые увидели себя в этих словах. Когда им глаза открывают. Вперед, смотри, да, чуть я там имею так корпус, убери, давай, баба, я не хочу, может, тебя трогать, эй. Понимаю, нормально. Нормально. Слушай, так, а ну-ка сейчас достану. А я знаешь почему, блин, так хорошо получился дипфейк с Томом Крузом? Потому что он не за 15 рублей? Ну, он не то, что, даже не то, что не за 15 рублей, и не то, что этот тип похож на него, а то, что это по сути его этот пародист какой-то, он идеально передает эти... Чуть-чуть преувеличено вот эти вот повадки Тома Круза, которые я обожаю просто наблюдать. Он такой странный тип, смешно получается. Так, а где эта хрень? Так, ага, вижу.
Подожди-ка, а почему здесь только одно видео? А, вот с монетой вижу. I'm gonna show you some magic. It's the real thing. I mean, Ну вот когда он начинает прям... Подожди, уже смотрим, уже смотрим. Подожди, вот этот, хорошо в конце. What's up, TikTok? You guys cool if I play some sports? I love it. More for the audio experience. As much as the momentum. Hey, listen up, sports and TikTok fans. If you like what you're seeing, just wait till what's coming next. Блин, обожаю Тома Круза, не могу ничего, блять, всю фильмографию этого актера смотрел. Так, что мы смотрим дальше? Максим, смешной видос. Да давай, блядь, да давай. Да давай, все равно делать не хочу. Да давай сюда, давай, сука, сюда смешной видос. Мы видели кусочек. А где этот китайский вариант, бля? Можно я найду быстренько этот китайский вариант его? Мне почему-то с этой музыкой тоже так заходит. Так. Так, спасибо, 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 спасибо. Еще, еще. А так реально, может быть, стоит опасаться вообще, ну, бутылок? Вообще стоит ссаться по углам от них. Конечно, не выглядит как монтаж. Так, еще видео скинули. Sayonara. Это было неплохо. Это было неплохо. Я уважаю типа, который потратил время. Сколько же он времени потратил на это? Такс. Я попытаюсь найти этот китайский ТикТок. Так, где он? Я скинул арт в Woody's. А ну-ка давай. Пацаны, а вы можете мне помочь? Опять от SmileCat. Я узнаю этот стайл. Ну, нормально, ну, нормально. А что помочь? А, ссылки из чата доставать. Да, можно. Бля, пацаны, вы не обидитесь, если я вам покажу тиктоки, которые показывал 2 стрима назад? Еще раз. Что, эти уже кончились? Не, я просто хочу еще один. Это очень хороший. Блин, он мне так нравится, хочу еще раз посмотреть. Так, а Санидзукой не показывал? Так, это где? Сейчас. Китайский. Фараон, хуйня, а не видос, если честно. Уже извини, что есть, то есть. Алексу Марке тоже не особо видос, мне не понравился. Вы будете смотреть видос про смешного мопса, не мопса, а что это? Чихуахуа, который зовут Тимоша. Да, давай все видосы смотреть. Давайте посмотрим видосы, посидим. О, блядь, я должен найти. Я обязан. Так, я обязан. Где оно? Не вижу, пиздец. Слушай, Хабар, у тебя видос что-то не открывается. Твои тиктоки. Я попробую как-нибудь по-другому, по-нормальному вставить ссылку. Ладно, вот это неплохое. Я его видел, но... Скидывай. Думаю, особенно для стрима. Скидывай. Так, если в ближайшие несколько секунд не найду, офну стрим нахуй. Угу.
Блин, интересно, а вы этот видели? Да нет, скорее всего, я вам показывал. Сука, ладно, этот я показывал, скорее всего. Так, так, так. Да, блядь, Максик, убери. Кого? Для тебя. Арт? А. Я другому. Все, я уже близко, я чую его, я чую этот ТикТок. Я уже близко. Так, Уля, я не досмотрел, он убрал его в итоге? Я не помню. А, вот он, вот он. Мы начинаем, да. Давайте отсюда, еще раз. Хочу еще раз посмотреть. Мне это почему-то дает заряд позитива, энергии и бодрости. Трек и раз, два, три. Мы начинаем наш трек. Начинаем наш трек. Почему мне это столько позитива дает? А, кстати, вот как вам этот арт в паблике недавно? Дава. Да, Давочка. Отлично. Бедная Дава. Так. Погоди-ка, очень громко. Смотрите, Анидзука, это Анидзуки в Телеграме скинули вот эту фотку. Понимаете прикол? Вообще про Анидзуку шарите, только недавно вспомнили. Вчера просто на стриме вспоминали, я решил показать. Так, сейчас, а где его сделать потише? Вот так вот, делаем. Удали. Удали пока, лишние ушки не видел. Глаза. Ушки не видел. Удали пока, лишние ушки не видел. Глаза. Глаза. Удали. Так, 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 пацаны. Смотри, Тимур как будто бы. Так, 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 следующий. Удали. Это все. Это все хороший ТикТок. Так, это мы видели манки. School girl. School girl манки мы видели. Манки чан. В школу с тостом в зубах побежала, недоеденным. Пацаны, как вам по второму разу ТикТоки? Дважды пережеванное, дважды заваренное нравится? Пришлось настолько делать нехуй, приходится вас таким говном кормить. Да, ну, извините. Странно. Ну, ничего, иногда можно пересмотреть. Так, так, это чё? Дишкан, я скинул, сука, тебя. Ты... А, это типы, которые делают... Извиняюсь. Это странный ТикТок, я его не понял. А, про Тимур скинул. Я тоже. Смотри, в натуре играют, на принтерах играют. Это принтеры? Да. Принтеры, да. Типам нравится вроде. Ну понятно, пока что, пока не качает, подожди. О. О, начинается. А ну-ка, я с двух наушников. А чё он потный? Только началась музыка. Гамбит, у тебя ссылка удаляется. Поставь пробел между HTTPS и вот этим вот остальной ссылкой. Может, если влажный, лучше звук. И после технику чинят. На вентиляторе сыграл. Раскачал толпу на вентиляторе. Ты видишь, у него с педали, сука, по экрану лупит. Интересно, а врыв будет дикий? У них есть звуки для дропов? Мне кажется, с такой хуйни сложно вытянуть прям такое. Слушай, а мне кажется, что-то можно найти одно, что вот дает ноту коричневую. Мне кажется, она такая проникающая музыка больше, по-моему. Типа как амбиент такой. Типа как... А, ну понимаю. Ну давайте удостоверимся. Музыка для секса, да. Для секса с Анфисой Чеховой. Одна подруга просит ссылку на видос с каруселью. Это какой? Спасай меня, вот этот. Пусть гуглит, это реально опасно или тормози меня быстрее. Так и гуглит.
Там очень романтично в чате тип написал, говорит, хочу признаться, не знаю, почему тебя так, хочу признаться, давай. Я так люблю одну девушку, к сожалению, она живет от меня чуть ли не в 4 километрах, в 4 тысячах. И знаешь что, абсолютно поебать на это расстояние. Для меня это так, как стимул двигаться вперед и сделать все для этой девушки. Красавчик. Я не осознал, нахуя нам это знать, но написал красиво. Не, красавчик, молодец, парень. Давай нахуй, заработай на жилплощадь, блять, на тачку. Говори, вставай сюда, малая, нахуй. Дрифтуй на хату. Молодец. Так, точно не будет? Ну-ка. Уйтен, у тебя ссылка бить. Нет, все, женский вокал японский. Ну, я извиняюсь, блядь, ну, следующий раз. Слушай, на японский быть вариант. Ладно, японский еще ладно. Все, блядь, очень громко извиняюсь. Сейчас, подождите, дайте мне. Чинг-чен-канджи. 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 Я, кстати, хочу найти эту мелодию. Так, сейчас открыть микшер громкости. Да ну нахуй, вот так. Вот так. Бра. Блин, оригиналу это, а при чем тут он, интересно? Так, погоди, интересно. Подожди, просто. Да Вася, что это за говно дикое? Спанч Боб ин Чайна. Может поставим слоумо чуть-чуть? Давай, да, давай. А ты умеешь, Тимур? Десяточку зубу. Где шестеренка? Все. Вот это говно. Понял, я просто ее скопирую и добавлю себе. Ты ее будешь слушать? Мне нравится. Азия, это, конечно, такая странная тема. Мема ради. Так. Слушай, а как это найти? Ведь китайский Ютуб — это нечто другое. Это не Ютуб даже. Это даже не Ютуб. А, ну есть. Тебе там задонатили, что ты говоришь? Ой, ну посмотрим. О, там еще раскруточка есть какая-то. Да ну нахуй. А вы ожидали такое? Нормально. Что это еще и кач нормальный? Может, не знаю, но играет хорошо. Так, ладно, оставлю себе. А я ясные дни. Ага, так, что там, пацаны, вы какие-нибудь ссылки доставали? Почему так дохуя? Почему так дохуя ссылки, пацаны? Дохуя, но мы его две достали. Нормально. Ты смеешься, блядь. По одной. Я сейчас, когда ты это говорил, я вниз колесиком на весь палец листал. Просто сидел вниз по этим ссылкам. Типа, Jay Faron become Chris Rock, Eddie Murphy and Kevin Hart, deepfake. Ну там тип, ну хорошо, мне плохо. Вот смотри, вот тип скинул. Можешь вот это посмотреть? Ой, давай посмотри. Посмотри, открой. У нас банный сейчас. День. Тимка принимает душевые ванны. Сейчас намылим и намоем парня. Вот как мы моемся, сидим в ванне. Ой, ты мой хороший мальчик. Сейчас грудочку полейте ему, а то остыла грудочка. Ой, как хорошо. Ой, как моется Тимошка. Да... Я не могу с этой бабки. Да на собаку посмотрю. Ох, у нее рука жуткая. Ну. Так, сейчас. Что тут еще? А, ну это мы смотрели. Макс. Зачем? Зачем ты это сделал, Максим? Как же кулер рвет, посмотри. Разъебываю. И куда ты это денешь? Просто в никуда смотрит. Убирай. Убирай, Макс.
Процессы в его голове этому миру не принадлежат сейчас. Он в абсолютном трансе с мазью вошел в контакт. Какой-то, знаешь, он похож на вот это, знаешь, как будто бы это ребенок из Евангелиона, какое-то, знаешь, создание. Сидит куда-то, смотрит. Дима Рут тут добавляю. Давай. Вода святая! Кто это, блядь? Хеллбой? Hell yeah. Ну все, это что за нахуй здесь? Я выйду. Вода святая! Вода святая. Что это за существо? Алло, алло. Алло, алло, алло. Алло, алло. Здравствуйте, здравствуйте. Здорово. Так, окей, это было неплохо. Дайте-ка я лайк. Мемы смотрите? Да. Эй, очнитесь! Нихуя себе, блядь! Ебал! Дипфейки во все поля? Неплохо. Еще раз, можно посмотреть, как святой водой ебашит? Ну все, это что за нахуй? Капец, он сорви голова. Я выйду. Вода святая! Так, окей, пацаны, у вас там, блядь, фулл чат ссылок. Что мне делать с этим? Да. Да забей хуй. Да как, я же сам попросил, давайте ссылки, давайте смотреть видосы сейчас. Буду сам открывать. Ладно, с вас, блядь, как с козла молока один хуй помощи. Давай. Ой, блядь, ну давай, давай. Ну давай, давай, ну да, давай, ну попросил, пожалуйста. Давай, давай, ну давай. Так, подожди-ка. Да, ну вома нам сейчас ссылки. Никого. Как ребенок, ему необходима нежная забота и особое детское питание. Вас. Он создан специально для того, чтобы вы стали малышу лучшей мамой на свете. Заботливый, как мама. Тут его нет. Слушай, ну и плохо. Слушай, спасибо, на самом деле, очень даже прикольно. Как у тебя в башке родилось этот звук под эту вещь подставить? Прям в избранное. А я не знаю, как сохранить и по-другому на этом сайте. А, да. Так, окей. Так, окей. Так, вы что-то там высылаете? Сейчас, давайте высылайте, пока будем смотреть. А, блядь, это мой любимый... Блядь, деду пиздали. Киселёчек, блядь, поехал. Вот у нас два мальчика катаются, не один. Да, киселёчек? Не один. Блин, я так думаю, то, что там произошло в реальности, я не могу. Каждый раз как первый. Да, да, каждый раз как первый, не могу, везде, охуенно. Ребята еще раз просто, да, киселечек, не один. Как он нахуй его выкинул в этот момент. Да еще, ну один, еще раз, один раз. Нахуй. Вот у нас два мальчика катаются, не один, да, киселечек? Разошлись. Неплохо, неплохо. Да чего хорошо. Александра Ивановна Бутенко, председатель Совета ветеринаров. Обратились люди, пожилые люди, ветераны, вы поправите. Рютен, как не битая, когда битая. Ну не открывается у тебя. Сам попробуй с анонимки открыть. Я думал, бабушка битая. Ветеринар. Бедная. Бабушка. Бедная. Она как будто бабушка. Сама с собой играет. Я как-то не верю ей. Фальшивит она. Такс. Я там с кикинул кота. С кикинул. Сейчас сделаю. О, это надо. Такс, это что? Так, это что? Дворф, useless, она что-то не открывает ссылку твою. Так, тормозите нахуй. А хочешь сайт, где аниме генерируется? Да. Сезонами прям? Нет, рисуночками.
А же теперь мемы еще на Имгуре скидывают. Да, теперь да. Настоящий смурфик, братан, ты либо прекрати спамить, либо вставь нормальные ссылки. Они все нерабочие до последней. Так, блин, капец, пацаны, я тоже на рандом сейчас открываю, хотя не, погоди, Дима же что-то скинул. Так, так, так. Макс знает про перевод Якузы? Да, знаю, да, знаю. Да, знаю, мы как бы договаривались, что в скором времени будем этим заниматься. Хороший кот, видел его. Ой, бля, ну ладно. А здесь мы разве не были? Так, и чё? Ой, а, ой. Ой, ой. Ой. Здесь прикол, что есть креативити слайдер. Все хуёвое, по-моему. Не-не-не, вот открой вот эту пикчу, нажми на нее. На руки посмотри. Там типа описание у них, да, свое. О, смотри, и прикол в том, что я заметил такую особенность. А, тут есть типа креативность, и с ростом креативности всегда сиськи увеличиваются. Кстати, кстати, есть рандом. За что, креативно? Погоди, ну это совсем креативно. Это очень креативно. Чересчур. Что, пережало, передавило? А с руками что, посмотри? Чуть-чуть нейросеть перепутала ленты. Это как эти картинки, в которых макаронами кто-то выстроен. Не, это вообще какой-то оттас. Здесь вообще нихуя не меняется. Креативность добавила вторую. Причем, смотри, она из тумана появляется, как шиноби. Раз-раз подошла. А может, она из плеча прям растет? Кстати, тоже похоже. Там есть и такое. Что-то кислое. Что-то кислое въебало. Да, да, да. Мазало, да, неплохо. Да, да. Блять. Опа. Опа, вот это уже похоже на хентай мангу. Это интересно. Это неплохо. Братан, хуйня. О, слушай, ну, братан, 16 лет. 16-25, креатив попер. Хороша, хороша чертовка выросла. Ты посмотри, какая вымахала у тебя. Видимо, на этот сайт ссылку просят. Коза. Пацаны, ой, блядь, ссылку я накреативили. Да она превратилась в демона из ада. Супер Сайна включила, смотри. Ни хрена себе. Вообще, я читал этот сайт, и 2 миллиона изображений было сгенерировано по 10 тысяч изображений в час. Что-то за $100. Это же пиздец. Ой, вай. Что случилось? Что случилось? А такой потенциал был. Потенциал. Да, там только губы начали расти. Да, 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 потенциал, смотри, и пошли метастазы, потом какие-то непонятные хвосты конские. Звучит, выглядит почему-то все равно эротично. Ну, я запомнил это. Ой, ну это хорошо получилось. Но здесь что-то не растет ничего. Ничего не растет, просто заставили девочку в косплей нарядиться. Угу. Ну, это да. Неплохо. А, ну. Ну. А это как? Это как вас? Одна сиська, зачет. Сверхбуба. Просто мешочек. Зачет. Пельмени склеились, блядь. Так, так, так. Съела вас, схавала, что это было? Что это было и с чем стало? Так, погоди-ка. Такс. Где? Блять, я, короче, просто опять кучку включаю на фон. Мне вообще похер, пусть играет, что играет. Так. Что дальше один смотрим? Плюс. Один а плюс. Что она есть? Вот одырявый носок? Да. Типа того. Она шреддер просто. А во. Это рисунок моей 8-летней сестры. На правый глаз глянь. Немного подмигивает. А ты же тоже такая, это слышишь, это знаешь, что, это знаешь, как называется? Это рабочая сторона у баб и нерабочая. Видишь, развернулась другой стороной по чуть-чуть. У меня такая, у меня... сторону, переверни ее. У меня нерабочая сторона на фотках тоже есть, но она в 360 градусов, блядь. О, что это она подразделась как-то так интересно. Как-то смотри, Вова, потом... на каком-то моменте лифчик скинула. В какой-то момент ее разъебало на молекулы.
Смотри, смотри, откуда она выползает. Выполз из жопы. Кстати, это и так весело. Это похоже, знаешь, похоже на мангу, как... Бля, это очень реально выглядит. Вот как будто бы какая-то девочка фоткается, и тут ее подруга, и они смеются. Бля, так круто. Нейросети, зачет, класс, ставлю 5. О, ну... А, ну... А там номер их было. Накреативили. Она с самого начала не очень была. Погоди, блин, очень круто. Ангелы в фильмах, ангелы в реальности. А, да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да. С говном, с кучкой говна играется. Подожди, а почему так случилось? Я даже не понимаю. Коллапсировала ее куда-то. Так, а ну-ка, где найти? Я да. сама в себя всосалась нормально. Так. Ты можешь реально завести какую-то хуйню, куда просто все могут скидывать ссылки, потом вот их доставать, а не в перемешку с сообщениями. Блин, я хотел найти ангелы фильмы и ангелы в реальности, но не могу найти этот видос. Так что-то. Это ангелы по Библии, какие нахуй в реальности? Ну, в смысле, по Библии. Ну, понял. Ну, ты же. Ангелы в реальности, пацаны, такие. Ангелы в реальности. Нихуя. Пустая картинка, найди на 0 запросов. Вы не верите в ангелов? Потому что вы демоны, блядь. А, смотри, блядь, я первый подчеркнул. Я картинку нашел вот такую на этот запрос. Ангел в реальности. Вроде в реальности. Вроде реально. Так, это мы все офаем. Так. А, кстати, почему... Ух. На последнем вообще пиздец. Ух, это какой-то явно... Это какой-то явно дип фетиш на какое-то подобное говно. Я не знаю, как именно это выглядит. Если смотреть совсем мельком, то слегка возбуждает. Это будто какая-то старая серия Евангелиона. Опа! Расплодили. Первая клетка, первая клетка. Отлично. Наконец-то. Наконец-то качество. А, бля, как подожди вернуться, а уже никак. Это кто, блядь, вещает? Это у меня? А, это у Тимура, это у Тимура. А, все, окей. Это что, сиськи смотришь? Смотри! Ебать, у нее там навалено. Там мартыха толстая. Братан, я так завидую, вот это мешок. В садике в колготки обделал. Вот это мешок. Круто. Ставлю 5. Половые губы уменьшились у нее со временем. Поумнела, повзрослела. О, а слушай. Обросла девочка. Слушай, интересно, ну-ка. Подарков навезли. Это прям как будто полноценно со скетчем. Смотри глазом. Блин, а это выглядит, как будто бы это реальный человек делал. Очень прикольно. Да. Как оно из этого? Вот это хуебесина придумала, потом начал ее... Эволюционировать. Чатик, есть у кого сайт, где генерируются в целом картиночки, на которых ну вот ничего не понятно, и ты с каждым моментом начинаешь так, блядь, углубляться в эту картинку. Я такое не люблю, потому что все пишут, что это то, что видит человек перед инсультом. Да. Мне сразу кажется, что я ее. Мне сразу кажется, что это именно сейчас и происходит. Раз я такое вижу. Да, если человек с инсультом зайдет на такой сайт, вообще нихуя непонятно. А нет, а прикинь, что все, реверснется со знаком минус. А он все поймет. А он поймет. Он сразу все поймет. Она как будто на другой бок просто перевернулась. Вот здесь на самом деле тоже этот эффект есть, потому что если вглядываться в детали, вот если прям в ноги вглядываться на каждой картинке, это. А ты, конечно, в ноги вглядываешь. Метатическое деление вайфу. Митос, миос. Блин, вот такие картины он иногда превращает в альбомы, в обложки для музыкальных альбомов, анимешных песен. Это, кстати, не так плохо. Это стилево, и учитывая то, что это рисовал не человек, это супер стилево. А вот третье где-то красиво прям. Вот здесь, да? Вот тут вот что-то есть в этом. Ну, сдалека есть. Кроме
кроме вмазанных там парочку. Сдалека есть. О, милашка какая, смотри. Стала хорда. Вот здесь такая. Хорошо. Такой, да, у меня, да, что-то, да, с пальцами. Это крылья растут. Обычные пальцы сбоку. А, во-во, да-да-да, слышно, начала рот открывать здесь, язык что-то доставать. Из нее грибы поросли. Не. Не, Хацуна Мидзу убили. Животик прекрасный. Лайфликс. Лайфликс, фото мертвой Хацуны. Ну, анимешный палец мутировал. Просто гандовую сиську в человека превратили. А причем поначалу нормальный животный. Подожди, на каком-то моменте он пытался исправить ситуацию, а потом плюнул нахуй. Так. Это твоя одноклассница, которая в 15 лет спилась. Смотри, он из ниоткуда развил нахуй этот диалоговое окно это. Блин, а... Блин, если вот это в гифку засунуть, да, чтобы да, 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 да. Это охуенно, блядь. Это выглядит, это что-то из ужасов. Метозис, блядь. Это на что-то... На Ctrl-Tab ли стоим? А на Ctrl-Tab, братан, сейчас... Ага. Ну да, да, например, то же самое было. Да. Медленно, медленно вылазило, но не плохо. Метозис устроило. Опять. Опа. Кстати, такие, они такие любовники, я в ахуе. А в конце они посрались почему-то. В конце поругались? Вот посрались. В конце, да, 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 да. Отлип от него, блядь, как это могло бы сделаться? Прикольный, прикольный момент. О, слушай, мило. В дебила, в чиби. Мило. Ванима, ой, тут что-то начернили. Ебать, из одной три вышло, смотри. Вот это удача. Ну, и не так, чтобы прям супер плохо. Ну, глаза местами. Не так, чтобы супер удача. Если не приглядываться. Ой, блядь. Че еще? Так, здесь она обвес какой-то военный получила. Это что, трусы у нее там? Да, на войну поехала на Донбасс. Странно. У нее из волос появилась рука. Так, здесь, ну, здесь как-то все по-обычненькому. О! Вот это развитие! Вот это развитие событий мне нравится. У нее бородавка слева или что? Бородавка? Смотри, она сначала держит ручки, типа так между перед собой. Да, 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 да. А потом она не может сдержать. А потом не может. Да, 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 смотри, начинает распускаться, вываливаться прямо. Спать и ушла на вебкам. Охуела просто. У нее реально растет что-то сбоку. Третья грудь. Две стадии. Два режима у женщин. Ой, ну блять, это вообще. О, это слышишь. Это стиль, это знаешь как? Блять, как тебе объяснить? Это стану, она, короче, ветром, это, да, 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 точно. Бля, как ты нашел эти слова? Стану, вот чисто под эти фотографии. Да, Коля демотиватор, под этот запил, под эту инсталляцию, это «Стану ветром» называется. Как она сейчас стоит где-то на балконе ночное Токио. А что у нее под головой на первой картинке? Плечо. Под ухо, плечо. А, да? Ей, нормально. Нет, не нормально. Нормально. Ой, бля, братан, вот это уже все пошло. Эльфийская песня, хоррор. Когда плачут цикады. Да, 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 да. Призрак невесты. Ой-ой-ой, во сне пришел. Прикольно. Слушай, из этих картинок можно придумывать запилы для манги. Ой, нет, да, вообще, да, вот это мне не... Приблизь конечности. Что с конечностями? Это как в том фильме, где ее в моржа превратили. Девочка какого-то. Девочка-богомол, блядь. Ну тут и всратая вещь. Сколько мы этим заниматься будем? Культями тянется. Да давай, пока работает. Пока хорошие. Пока хорошие. Ну, здесь по-простецкому. Ты там у него третья начала еще личность проявляться. А смотри, там второй ряд, первая картинка, там, по-моему, сосок торчит вообще. Подожди, второй ряд, третья картинка. Братан, я сейчас открою. А, первая? Ну и на третьей. Я сейчас открою, не знаю, будем проверять. Там на всех, там. Но мне нравится вот этот переход, вот здесь нравится и вот здесь, на третьей. Да, слышишь, что-то вроде соска присутствует. Здесь такая... А девочка такая... Ребят...
Ну, это все ваши няши и стесняши. Потом вот это. Смотри, как Том на глаза прикрыла. Смотри, потом... как отсоскаю девочку слева. Да, да, да. Нога чуть-чуть кривая. Что-то среднее между Войт и мемами и порнухой. Во-во-во-во-во. Войт порнуха. Войт порнуха. Войт хентай, а что? Ой, а как это? А он так, походу. Дима прям охуел. Как это работает, блядь. Блин, ну вот там написано. Опа, циркосичка привезли. Это неплохо. Это интересно. У него ляхи жирнее. Смотри, смотри, из героини, из какой-то воинши превратилась в ламию монстра с сиськами. Приблизил. Yes. О, бой. Что-то аж подташнивает как-то. О, мама. Ага, ага. С ногами проблема большая. Большие ноги, большая проблема. Так, что-то я тут где-то сначала жопу увидел, а теперь развидел. Айзек плачет на первой, блядь. Кто-кто? Айзек плачет. Да, было. Опа. Оп, ой, Вась. Ну, что было, то и осталось. У меня даже тела нет. Так, это чисто Сальвадор Дали какой-то. Это как? Неприятненько. Прикол, что вначале кажется нормально, потом как посмотришь. А посмотри, там какой-то тайтл написан. Блин, я проебал момент. Ух. Опять? Опять? Как это, блядь, происходит вообще? Да вот прикинь, происходит же. Ничего же не попишешь. О, это кто этот понял? Это в обратную сторону отрисовка. А что это за черный объект? Что это за черный объект? Это абсолютно черный объект. Слышал такого? Абсолютно черный объект. Стержень. А, слушай, мне это нравится настолько, что я готов сохранить это. Я не могу отвести глаз от черного объекта. Мне кажется, за такой пикче шизофрения появляется. А что за черный объект? О каком черном объекте ты говоришь? Я тоже не понимаю, там нихуя черного нет. А в смысле? Вы что? Вот это? Хуй этот, вот. Вот это? Это рукавчик. Рукавчик черный. Хуй. На меня смотрит хуй черный. Что это за... Встала. Слушай, я сейчас встану. Это драка Наруто и Пейна, понял? А, точно, точно. Смотри, там клоун на фоне, блядь, стоит. Такой. Кстати, точно. Кстати, да. Грустный клоун. Ильнас, попозже проверим донаты, наверное. О-о-о-о-о. Пацаны, вы хотите сквозь снег? Это немножечко неприятно, не знаю. Размазало. Она бы там из теста была, mm-hmm, на самом деле. Mm-hmm, mm-hmm. В хворост превратилась. Пацаны, вы хотите... на хинкали. В чате спрашивают про «Сквозь снег». Если вы хотите сегодня посмотреть фильм, то я абсолютно согласен. Давайте посмотрим «Сквозь снег» сегодня. Можно. Да, Чак-Чак точно пытался вспомнить. Чак-Чак. Это миленько, это неплохо получилось. Только проблем нет. Только что у вас головой у третьей, блядь? Что это? Сквидвард. На руку смотрю. Мегамозг. Да какая же будет хуйня, я могу. Я могу два часа этим заниматься. О, ну это класс. Чепчик добавили. Это на аватар можно. Блин, вот эту в жены можно брать девочку, посмотрите. Я помню сайт this waifu does not exist. А, да, я видел, но он, по-моему, не такой интересный. По-моему, это поинтереснее. Да, там более стоковый. Блин, посмотрите, ее даже нейросеть не смогла развратить. Она как улыбалась в очочках, так сидит и улыбается. Да, ее пытались. Ну, может, грудь тебе нарисим? Такая, нет. Нет. Только на последней она от бикока улыбается, мне кажется, что такая. Тимур, блядь. Тимур, ладно, ты вот да ну нахуй. Я одно говоришь, а нет, а не второе. Она только все, что она сделала, это надела головной убор, потому что собирается в церковь. Она в камеру даже не достает, ей 13, блядь, вы че? Все равно хорошая. Тебя это волнует? Нет. Так, я понимаю. Я понимаю. Блядь. Я пролистываю. Куда там ты туда уходишь? Смотри, на войну собрались в итоге. Подожди. Верни. Видишь, окей. Вот эта хуйня, лицо, вот это по центру. Вот это. Как у этого лемура. Фу. Справа как будто это шапка Джорджо
на нем сверху. Не, я не знаю, я почему-то в этой картине вижу какую-то военную фреску или марку, типа они, это, понял, мобилизация идет. Да-да-да, буду фоткать, типа, этот, гражданской войны в Америке. Вот-вот, не-не-не, да, может, maybe. Не, мне кажется, где-то в Европе. Не узнаешь, где? Судя по форме. А, так, это что? Это круто, это и круто. Они вокруг шеста выкрутились, понял? Да-да-да, вокруг пилона, ну-ка. Да. Ну ничего так. Сестрички, yes. Блядочки. Пацаны, мне кажется, что мы за 15 минут этой хуйни привыкли к такому виду женщин. Меня уже, в принципе, все устраивает. И пупок ее разъебанный, и ноги, как у орангутана. Не знаю, если я такую вижу в РЛА, я такой, ну, да. Да, да, просто, да, да, неплохо. Ну, видел, да, хуже. Нам с пацанами попадалось хуже. Или такое сохраняли. Блин, слушай, хочу сохранить, ничего не могу, блядь. Буду всем рассказывать, это сделано нейросетью. Сделай футболку себе с этой хуйней. Вполне можно. О, ну, это прикольно. Как будто бы даже можно прочитать, что там происходит. О, слушай, открой последний, интересно, чем кончилось. Финал арки. Смотри на ебло на первом самом кадре. Японцы есть в чате? Вот там иероглифы написаны. О, конечно, вас. Нихон, чат ВДС. Иероглифы, да, иероглифы нет. Или да, или нет. Хороший ответ. Голову в трусы вбили. Это ноги, Вася. Какой-то дрочильня японская, как будто персонажа надел вообще все. О, прикольно, слушай, прикольно. Прикольно. У нее смотри, братан, вот это вообще круто. У нее характер так появился сразу с этими предметами одежды. И грудь. У нее что-то среднее между шапкой волшебницы и из третьего рейха. Не-не-не-не. У нее левая рука, вы в курсе? У нее левая рука зомбированная какая-то, левая. А где она вообще есть? Вот это вот. Братан, она не зомбированная, это... Это некрасиво так говорить. Это после того, как... сыр на конце руки. Это после того, как ширяешься несколько лет, такая хуйня. Ну, как минимум, у нее три руки. Уже у монаха... Шапка с торта вот эта вот картонная. У шамана три руки. Это знаете откуда? Это из этого. Блядь, сейчас скажу. А, хочу сказать, убийца Акамы. Хотел сказать, убить Билла, блядь. Наверное. Меня сейчас, погоди, я уже загуглил, сейчас посмотрю, это оттуда или нет. А, нет, пацаны, это не оттуда, это нейросетью спрограммировано. Интересно. Так, погнали. Да, было бы тупо, если бы... Ой-вай. Слушай, она превратилась из профессионального художника, вот, когда начинающий рисует. А, да, да. Это знаешь, мне что кажется? Мне кажется, это вот эти городские легенды японские. Про женщину на улицах, на которую нельзя смотреть. Не, она как будто со временем стала все больше и больше роботом. Ну, плохо. Вообще хорошо. Смотрю, закупилась, нормально, ваш шанс ходил. Это что такое? Это что-то прям вообще. Вот посередине, прям которая посередине открыт. Че с ногами? Че с ногами у правого типа? Похоже на эти комиксы Пёся от этой хуйни. От этой хуйни, согласен. От этой хуйни. Liberals want to see us. От той хуйни. Ну так, давайте еще ускоримся. Ну, нормально. Ну, сырно. Неплохо. Из подвала выходит такое. Блин, а вот здесь вообще неплохо получилось. Каждый в японском подвале. Там первые три картинки прям хорошие, посмотри. Да? Да-да-да, видишь, такое прям преображение такое. Ну да, да. Не знаю, а мне почему-то вот с этого момента... Нет, ты последний открыл. Так смешно. Блин, это затянули со стилизацией. А что так красиво? Это финал художника. Это финал Евангелиона. Прямо жожа выглядела. Посмотри на ее руку на первой картинке, блядь. Ой. Ой. Not safe for work. А это что случилось? Первая прям милая, смотри. Первая просто за ручки держится, а потом пиздец. А потом, смотри, пошло слияние. Да. Руки превратились в семечки. Так, это Idol Girls. Так, это что? Я не понимаю. Вы тоже увидели хуй? Я его сейчас не могу найти, но когда только взглянул в первую секунду, мне казалось, что тут много хуев. Я до сих пор вижу. Я вижу много крайней плоти. Вон он скрывается, вон в одеяло завернут. Как шелуха, блядь.
Блин, о, превратилась вообще в мангу из 90-х. Ой, нормально. Нормально. Ну, поздоровела, посвежела. Ну, обковает. Тоже неплохо. Обковай. Ух. Бля, ногища, ножище. Слушай, я скину, но я не вижу. А бля, погоди, а как вернуть? Вернуть никак. Вот жаль. Это тоже очень даже, очень даже. Ну-ка. Подожди, так а разве нельзя просто назад? Да, почему-то. Нельзя, нельзя, пацаны, не знаю. Вот рандом имидж. Видимо, ну, страница не так работает, видимо. Видимо, пацаны, страница работает не так. Не, не, это действительно правда. Ну блин, я там хотел вернуть, мне там такой понравился. Тебе говорит, хватит, хватит. Пацаны, я не могу, я могу два часа этой хуйни. Я могу. Макс, я скинул, я не уверен, что это можешь смотреть на стриме, но это с того же сайта. Я не могу, я могу. Так, все хорошо. Все хорошо. Последние пять. Раз. Ой, а там вареник. Ну, это понятно, это вареник или что это? Два. Открой, как Тимур скинул. Три. Сейчас, четыре. Волосы. Пять. Кошка, девочки поехали. Там я ссылочку в чатике. Ой, от Тимура. Погоди-ка. Погоди-ка. Нет. No. Вход в пещеру видно. Блин, вот это мне так понравилось. Я не понимаю, почему я хочу сохранить это говно. Тоже симпатично. Крутой сайт. Крутой сайт. Дай сохраню, мне похуй. Это тоже. Не знаю, не понимаю, пацаны. Это само по себе происходит. И два раза тоже сохраним. Нет, это два раза. А вон же ж одиничка. Спидслайдер. А, точно. Понял. А, может, это у них всех одно название. Можешь креативити сразу на два выкрутить, там сразу void будет максимальный. Ну, не, мне больше нравится сравнивать. О, вот это круто выглядит. Это кто? Никакого суиса. Какая странная юбка. Посмотри. О, боже мой. Что, вишенки нормально? Боже мой. Сюда, лови ее, лови ее, лови ее, нахуй. Лови ее, лови ее, лови. Хорошо происходит. Хорошо получается. Да что ж с вами такое, бабы? Угомоните. Так. Все хорош. Все хорош, я больше не смогу. Братан, ты веришь в такое преображение? Сколько лет прошло от первой до второй картинки? Как сохранить страницу? Отдай нахуй. Я делаю так, что ты начинаешь любить очень странное порно. Пацаны, реально, с этим можно сильно испортиться. Что? С чего начали? С чем закончили? Вот это фиксация прибыли. Открой. Быстро открой. 50% картинки занимает. Скинь, мое. Дай. А, нет, ну это вообще что-то ничего. Что-то не о том, не о сём. Ну, это такая тоже. Девочка с каре. Ну ладно, все, блин, насмотрелся аниме, че, надо, короче, это, спать ложиться. Да все, вырубаем.